В этом году мы празднуем 500-летие реформации. И в связи с этим мы начинаем цикл встреч для того, чтобы обсудить, актуальны ли идеи реформации сегодня, или это всего лишь часть истории. И сегодня мы поговорим с пастором Ильей Бетневым. И первый вопрос. А зачем церкви нужна была реформация? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножко вернуться в историю. Дело в том, что реформация произошла в католической церкви, вот в средние века, получается. И католическая церковь к тому времени, она, можно сказать, переживала нравственный упадок, потому что Писание было недоступно. Из-за этого, например, римские папы могли издавать любые указы, в том числе, которые противоречили Писанию, которые противоречили вообще праведности как таковой. И вот таких вот ошибок, накопившихся в католической церкви, было уже очень много. Ну, например, продавались должности за деньги. То есть симония была, можно было купить любую должность. Иногда даже покупали должность римского папы. И люди это видели, для всех это было очевидно. Ну, например, темная страница в истории — крестовые походы. То есть шли убивать людей во имя Иисуса Христа. Или инквизиция, то же самое. Убивали людей для того, чтобы как бы привести их к Богу. И вот когда, например, Мартин Лютер, который в принципе и является родоначальником реформации, он прочитал Писание, которое для большинства было недоступно, но он как монах мог это читать, и он прочитал и увидел, что Писание учит другому, а не тому, что есть в католической церкви. И поэтому он начал говорить: ребята, давайте мы будем Писание изучать, вернемся к Писанию. Он сам не хотел никакой реформации, он хотел людей научить Слову Божьему. Реформация стихийно поднялась, люди потянулись к нему, они хотели слушать Слово Божие. И, конечно же, они хотели перемен, они не хотели терпеть тех вот извращений, которые уже накопились в католической церкви. То есть, получается, 31 октября 1517 года произошла реформация. Мы даже отмечаем вот день реформации. И получается, 500 лет церковь реформирована? Ну, это неправильно сказать, что произошла реформация. Правильно сказать, началась реформация. Потому что, например, Мартин Лютер, он даже не думал ничего начинать. Он просто видел, что люди, например, из его прихода обращаются к продавцам индульгенции для того, чтобы купить прощение грехов за деньги. Его это настолько возмутило, потому что он говорил: невозможно купить прощение грехов. Это дается даром по благодати от Бога. Надо просто у Бога попросить прощения. И вот для того, чтобы обсудить эту тему, он прибил те тезисы, которые он хотел обсудить, как бы вызывал на диспут людей. И вот эти тезисы он прибил, их впоследствии распечатали, распространили. И вот это вот распространение этих тезисов привело к тому, что люди стали искать ответы, что они видели что-то неправильно. Есть человек, который отвечает по Писанию правильно. И вокруг него стали, ну, собираться эти люди. Вот, вот так, в общем-то, зародилась реформация. Но она только началась. И можно смело сказать, что, в общем-то, реформация продолжается и по сегодняшний день. То есть мы, все протестантские церкви, это наследники того события, которое произошло тогда, 31 октября в Виттенберге. Ну хорошо, тогда вот возникает вопрос, причем такой очень популярный и часто задаваемый вопрос. Почему, если церковь была реформирована, то почему же сегодня не существует единой протестантской церкви? Почему церковь разделилась на множество течений? И ведь мы вспомним, если мы возвращаемся к Писанию, что Иисус в 17 главе Евангелия от Иоанна, Он молил и Отца: «Да будут все едины». Так почему же мы, протестанты, не едины сегодня? Но я могу другое место Писания привести. Например, апостол Павел говорил, что надлежит быть разномыслием между вами, для того, чтобы открылись искусные. На самом деле, это очень сильная молитва Иисуса о единстве церкви. И я уверен, что это единство придет. Но сейчас, возможно, еще не время. А почему сейчас нет единства среди протестантских церквей? На это просто ответить. Но традиционные церкви, они были связаны жесткой иерархией. То есть там все друг другу подчинялись. И из-за этой жесткой иерархии, и, кстати, возможно, были вот эти многие злоупотребления, потому что люди, они как бы участвовали в некой религиозной структуре, причем жестко зацементированной. И шаг вправо, шаг влево, инквизиция работает, и костры горят. Но здесь, когда появилась реформация,
стали подниматься и озвучиваться различные идеи. Один, допустим, реформатор поднимал одну идею, и он собирал вокруг себя последователей. Другой — другую идею. То есть ставились различные акценты, и, соответственно, появились разные движения. И во многом иногда они друг с другом не сходились. Например, два реформатора было Мартин Лютер в одно время и Ульрих Цвингли. Они во всем сошлись, кроме вопроса о причастии. И вот такие вот вопросы, они часто разделяли людей, и появлялись различные течения. В том числе и с течением истории появлялись новые идеи, новые течения. Но я могу сказать то, что сейчас, вот в данное время, происходит некое сближение все-таки христиан друг с другом. Именно протестантских, а иногда и с традиционными церквями тоже. И проводятся различные совместные богослужения тех, скажем, деноминаций, которые раньше смотрели друг на друга как на врагов. То есть я думаю, что потихонечку вот эта молитва Иисуса получает свой ответ. И возможно, что перед пришествием Иисуса уже вот таких разногласий среди верующих уже будет, наверное, очень мало. Это мое мнение. Как Илья сегодня сказал, что реформация — это не был какой-то день, какое-то событие, это процесс, который продолжается и сегодня, то вот возникает вопрос, а вот сегодня что нужно сделать церкви, чтобы этот процесс реформации был завершен? То есть что нам осталось-то реформировать? Ну, вопрос, конечно, интересный. Я вообще не знаю, корректно ли задавать такой вопрос. Что нужно сделать церкви, чтобы делать реформацию? Я вообще считаю, что реформация, которая началась, это было дело Божье. Это было возвращение к основам, к Священному Писанию, которое, в общем-то, в то время было забыто. Оно было уже на мертвом латинском языке, и, в общем-то, изучали его только специалисты. А вот Мартин Лютер что сделал? Он вернул людям Писание, перевел его на родной язык, и люди смогли его изучать. И сегодня что происходит? Мы должны свою жизнь, свое служение соотносить со Священным Писанием. Я думаю, что, так как я сказал, что это дело Божье, и сейчас это дело Божие. Это не придет человек и не скажет, продолжаем реформацию, меняем то и меняем это. Нет, это должно приходить от Бога. И Бог поднимал различные движения. И сейчас я думаю, что если мы говорим о реформации, как нам продолжать участвовать вот в этом движении Божьем? Нам нужно искать Бога и следовать за Ним. И делать то, что Он показывает нам. Делать то, что Он говорит. Возможно, некоторые вещи, которые Он может нам открывать, окажутся для нас непривычными. Но потому мы и ищем лица Бога, чтобы даже если что-то непривычное, мы могли это принять. Как вот я могу сказать, что некоторые движения, которые появлялись, они фактически всегда были в штыки встречены предыдущими поколениями. Ну, например, появились пятидесятники, там, евангельские христиане, там, баптисты, встретили в штыки. А сейчас уже нет такой вражды. То есть я еще раз повторю, считаю, что дело реформации — это следовать за Богом. А уж Он пускай реформирует так, как Он хочет. Хорошо. Может быть, тогда последний вот вопрос такой еще вот хотелось бы задать. То есть мы поняли, что реформация — это процесс, который продолжается, что церкви, протестантская церковь, она разделилась, и причем это разделение и продолжается. И что же делать сегодня нам, вот христианам протестантских церквей? Может быть, поступить так, как поступают некоторые протестанты, вернуться в лоно традиционной церкви? Ну, знаешь, вот я за свободу совести, за свободу выбора. Каждый человек выбирает то, что он хочет. Если он хочет вернуться в традиционную церковь, это его решение, это его желание. И тут мы даже, может быть, не согласны, не должны этому противиться. Критиковать можем, да. Не соглашаться с мнением можем, да. Но выбор остается все-таки за человеком. Но к ответу, к прямому на этот вопрос, все-таки надо нам возвращаться или нет, я частично, может быть, ответил в предыдущем ответе. Если Бог начал какое-то движение, если мы верим, что это Бог начал это движение, и если мы верим, что Бог продолжает это движение, то где ты хочешь быть? В том, что Бог делает? Или в том, что стало уже частью истории и человеческой традиции? Я думаю, что церковь меняется. И она должна меняться. И она должна соответствовать современной реальности. Не находиться в средневековом виде. Вот. Это мое мнение. И вот если я хочу следовать за Богом, я буду там, где Бог. И я еще раз скажу, мы продолжаем реформацию. Точнее, я верю, Бог продолжает. А мы ее участники.
Большое спасибо, пастор Илья. Как пастор Илья и сказал, мы будем продолжать двигаться за нашим Господом, будем продолжать дело реформации. И также мы будем продолжать этот цикл встреч. Увидимся в следующих выпусках.